Всем доброго времени суток. Вот по следам этого видео, где человек примагничивает магнитом китайский ролик, я решил проверить те, что есть у меня. Китайский прижимной ролик. Латунь заявлена. Вот вам и латунь. Вот почему и проблемы с этими типа латунными прижимными роликами. Их у меня немножко осталось. Вот эти. Эти я покупал сам когда-то у китайцев. Ну, здесь один пластмассовый и один еще Советского Союза. Ролик с держаком. И вот этот, это белорусский кратовский ролик. Этих у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. И здесь... Вот в этой коробке. Здесь у меня ролики, так сказать, забракованные. Тут всякие вот с белой втулкой кривые. И здесь один ролик есть китайский. Но этот ролик покупал не я. Их когда-то принес брат мне два штуки. Один я в Пионер его поставил, а другой я забраковал. Они все вот тут подписаны у меня. Вот брак, всякая тут точка вот стоит, что бракованные. Короче, они у меня тут валяются. Вот, сейчас покажу... Прикол. Вот это ролики, которые покупал на Али я сам. Вот их 6 штук. Вот это магнит жесткого диска. Он довольно крепкий. Пинцет потом придется размагнитить, конечно. Вот я их беру, и ни один из них не магнитится. Вот я его поманищиваю, он падает. Ой! Бежать хотел. Теперь берем ролик с виду такой же. Вот они с виду, которые покупал я. Справа, слева, который мне брат принес. Вроде же такие же с виду, одинаковые, да? Да они очень и не одинаковые. Вот этот магнит хватает. Он не сильно, но он берется. На обе стороны. Так что эти ролики бывают разные, хотя с виду они, повторюсь, одинаковые. Вот этот вот ролик видно с запилом, это стоял в маяке, который я снял, который мне проточил ось. Он не магнитится, если что, его магнит не берет. Но ось он, тем не менее, мне испортил. Я туда поставил ролик, вот примерно такой черненький, ну похожий, только там пионеровский. Так что не все так однозначно с ними, но оси портят они все китайские. Так что вот как-то так.